Ты куда ты, Сина? Куда ты, господи боже? Аккуратно. Сина. Все, все, не бойся. Мама с тобой, сыночек. Ты, главное, не бойся. Ты же мечтал об этом. Ты же хотел быть артистом. Все, мы уже здесь, внутри. Сына, мы уже в аншлаге. Все. Мама, тут люди. Сына, ну а как ты хотел? Это аншлаг, это съемка. Ты ж артистом готовился был быть. Это ж мама письма писала, ты поймешь. Ну, сыночек, это ж... Это они пришли послушать, как ты выступаешь. Да, сынуля, вот так вот. Мама, я боюсь. А что ты боишься? А что ты боишься? Я Регину боюсь. Сына, ну это нормально, я тебе по секрету скажу. Мама тоже Регину боится. Прям да и коты боятся. Знаешь, это ничего, Регину все боятся. А ты не думай про нее. Че тебе Регина, глянь, на тебя сколько людей. Вот я по телевизору покажу, сына. Мама будет радоваться за тебя. А где Регина? Господи боже. Сейчас я тебе покажу, да, гляди. Вот, вот видишь? Он в пятом ряду, видишь? Он такая кучерявенькая сидит, видишь? Ну, что ты на меня смотришь, туда смотри, глянь. Вон она, глянь, подмигивает тебе. Босоножка? Да, в босоножках сидит. Сына, это не Регина. Это не Регина. А кто это? Ну, я не знаю, тетя пришла на съемку. А Регина ее знает? О, Регина всех знает, Регина такая. Она прям пофамильно всех знает. А где Регина? Фу ты, господи боже мой, сына. Я тебе сейчас покажу, но ты должен быть готов морально. Сына, собери всю свою волю в кулак. Дыши, 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 как рожаешь, знаешь, дыши. Сына, ты не забудь, ты должен Регине подарить цветочки. Мы с тобой репетировали, ты должен понравиться Регине. Если ты ей понравишься, она тебе сразу запишет в аншлаг, понимаешь? Сына, готов? Вон Регина! Видишь? Кажется, да. Сына. Боюсь, что да. Иди. Иди на грозу. Давай. Давай. Что такое? Что такое? Что такое? Понравилось Регине. Давай, Катрина, давай. Давай. Сына, сейчас глаз, самое главное, сейчас твое выступление. Сына, ты не забыл стихи, мы с тобой учили, сына. Не смотри на нее. Не смотри, а то, не дай бог, слазит. Вспоминай стихи. Готов? Давай. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Так, стоп, даже, что ты делаешь? Это что такое? Это что такое? Что ты бубнишь? Мы с тобой нормально учили, репетировали. Сколько лет? Нормально рассказывай. С выражениями. С выражениями? Как папа? Боже упаси! Ну, мы же учили. Давай, сына. Однажды. Погоди. Стихи про лето. Читает мой дорогой, мой самый лучший, мой самый талантливый сыночек, Петр. Мама, я Федя. Федор. Давай.
Однажды в студеном я из лесу вышел. Был сильный... Гляжу. Поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту. Вот. Ай, молодец! Молодец, сына! Получилось, сынуля! Гениально! Сыночек, какой ты молодец! Сын, это не те стихи! Какие раз? Сына, ты их уже рассказывал в другой передаче. Какой? Пока не все дома. Сына, а здесь другие стихи. Вспоминай. Нет у меня таких. Господи, боже мой, который тебе Дроботенко подарил. Браншлаг. Талантливее все. Погоди. Стихи. Браншлаг. Читает он же. Талантлив я по всем фронтам, так боги наградили. Регина, не пойму никак, как без меня вы жили? Послал я очень далеко тех, кто меня обидели. Мне с детства было нелегко. Вы мою маму видели. Мы друг без друга, ну никак. Пусть время нас рассудит. Возьмите ж сыночку в аншлаг. А то вам хуже будет. Давай на бис, давай. Ты на песню давай. Сегодня в этом зале мы с радостью узнали о том, что есть в аншлаге надежные друзья. Такие же, как Ветров, такие же, как Гальцев, такие же красивые, как ты и я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.